И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Фантом, Бульбазавр, Енот. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Привет. Все писали в комментариях, чтобы мы записали на карте лабиринт. И у нас сегодня сиреноголовый, мы будем выживать в лабиринте. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, разбегайтесь, потому что через 20 секунд он будет нас уже мочить по всей карте. Такая тишина. Все бегут по карте по-любому, да? Сиреноголовый жесткий у нас. Только ты ж, крошка, немножко так по-человечески к нам относись. Стараюсь. Постараешься. Я знаю тебя, ты сможешь. В тебя верят очень много человек. Я на самом верху. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Помогите набрать нам 1 000 000 подписчиков, потому что осталось 95 тысяч. Или 94 уже. Вижу на крыше, Пикачу прыгает. Ты, кстати, нет. Знаешь, что ты можешь лазить по крыше? А, ух ты, все. Ты можешь за пилпаки лазить. Не надо. Да ты уже должен был давно уже бежать и всех мочить. Я бегу. Беги со всей силы. Пацаны, давайте все. Быстрее, Бенди, кто за Бенди? Быстрее. У меня жопка аж пригорейшн. Вижу. Давай, быстрее. Ведь Димас. Так. Нашел енотку. Фух, отлично, убил? Нет, не убил. Пацаны, попал. Все тут. Кстати, вы знаете, что если очень аккуратно прыгнуть, можно зацепиться за ту лестницу. Поэтому я на это и надеюсь, что когда он начнет к нам лезть, я зацеплюсь. Кстати, знаете что? Он же не знает этот лабиринт, он не сможет его даже быстро к нам сюда попасть. Надо знание. Через какую-то определенную сторону можно сюда пройти. Я знаю, мы уже снимали на этой карте. Нет, ты не знаешь. Я знаю. Нет. А ты кого-то мочишь там? Я пытаюсь убить енотку, но не могу. О, все. Я, кстати, вот этот взял камеру и зазумил тебя. Привет. С настоящий этот ютубер. Везде с камеры, даже в Гаррис Моде. Он лезет! Он лезет! Пацаны, готовьтесь! Готовьтесь перепрыгивать на ту лестницу. Тихо! Я живу! Нет, стой! Я живу! Иди сюда! Да отвали от меня! Да блин! Бенди, вали! Быстрее! Жопка пригорейшн, я так боюсь тебя! Так, он пошел! За кем-то он гоняется, хочет убить его. Так. Я так испугался, думал, что ты сиреноголовый. Так, а у меня жизни, а у меня сотка жизни, он тратил жизни, но не у меня. Так, пытается замочить кого-то. Я не знаю, конечно, это выживание в лабиринте, это выживание на вышке. Я сейчас буду прыгать очень аккуратно. О, пацаны, вы знаете, есть ли мод на парашют? Есть. А если я прыгну и перед самой землей нажму второй прыжок, я выживу? Да. Но если не успеешь, начни нажать. Это 10 хп всего потратится, потому что у нас галочка реалистичное падение отключена. Так, вы сейчас друг друга замочите. Давай. Такое все маленькое. Лезет к нам. Вот он. Слез. На тебе. Ты что делаешь, Пикачушка? Я не знаю. Я не могу по нему попасть. Тяжело, да, попасть? Очень. Мне нравится. Веселое выживание. Кстати, двойной прыжок. Можно с вышки на вышку и так перепрыгивать. Смотрите, лестница не нужна. Жир? Смотри. Оп. Чпоньк. Красота. Представляю, кто-то двойным прыжком так прыгает и в воздухе. Да. Кстати, что он там ходит? А, взял скоростного, кстати, сиреноголового. Давай, я в тебя верю. Знания лабиринта и навыки выживания тебе помогут. Зажали, нашел. Да, демоны? Ох, как он быстро добьет. Нифига себе, кстати, этот. У тебя он быстрый по сравнению с тем, кто на жопе лазит, красный. Пик. Иди сюда. Вон. Ого. Я могу несколько ударов сразу же делать. Да? Да, двумя руками и головой иди. Ты чё, в UFC переиграл? Да. Так, а я буду чекать. Их вас двое уже там внизу. Я тоже буду спрыгивать, пацаны. Чё бы и не повыживать? Калабунга! Второй прыжок! От, блин, не повезло, второй прыжок мне не помог. Иди сюда, так, это ты там? Зря я спрыгнул. Ну, я могу выжить еще как-нибудь.
Да отвали, пожалуйста, пожалуйста, припожалуйста! Я успел! А сколько у меня? Блин, у меня 90 жизней! А, так это мое падение было. Ты что, сзади пытаешься меня убить? Нет. Блин, я падаю, дерьмо! Ну, пожалуйста, ну не убивай! Ну не убивай, пожалуйста! Я добрый! Ладно, 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 я валю сюда. Я вспомнил, что на вышке я забыл кусочек хлебушка. Да ну отвали, пожалуйста, хочется выжить. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил, 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 крошка-крошка. Это ж... Ты мышку не поломал там случайно, нет? Я старался. Это ж ты так хотел меня убить. Так у тебя получилось. Твои старания были не зря. Ну стой, фантом. Кстати, почему нету, которые тпхаются? Так бы было прикольно, да? Я своему уже сколько подсрачников сделал. А нет, у вас четверо. Да, на тебе. Есть фантом, пятеро. Давай я с фантомом пойду вместе, вот так будет веселее. Построили. Что вы там наверху сидите, слазьте? Ну? Да не, мы сейчас, короче, лезет один по одной лестнице, другой по другой. А третий ждет внизу. Я боюсь. Не боись, а не боюсь. Я тебя всего лишь за ребро укушу. Не-не-не-не-не. Вот он упал сверху. Вот, блин. Быстрее. Давай. Нас тут столько штук, что мы по-любому убьем кого-то из... А ты спрыгни. Нечестно. Так, пацаны, давайте. Я, короче, на левую башню лезу. Кто-то на правую. Я бегу на правую. А третий внизу ждет. Делаем засаду этому челепиздрику. Так, давайте я жду. Кто лезет на правую башню? Я. Им не будет как куда деваться, как спрыгнуть вниз. А внизу нас ждет. Капхед прыгнул. Летит вниз. Ах ты подлец. Вот он. Нет, это ты. Это я. Мочишь? Очень. Блин, у него маленький скин, так будет тяжело попасть. В следующем раунде возьму какой-нибудь побольше. Почему они сделают оружие у сиреноголовых, типа он орёт громко и энергия, ну, жизни тратится на каком-то определенном расстоянии? Было бы прикольно, в принципе. Может, сделают в дальнейших разработчики так? Я бегаю по лабиринту, вообще не знаю, куда иду. Да? Ой, вижу. Иди к вышкам, мы тебя там ждем. Будешь... Давай, короче, мы тебя сделаем, будешь один из нас. У тебя будет очень много жизни. Ты будешь сильный. Ты сможешь очень быстро ходить и высоко видеть. Давай, иди к нам. Так, давайте тут полын дай. Может, тут кто-то? Кстати, на этой карте можно записать прятки. Так что, ребята, давайте, если... соберется 5000 лайков, мы сразу запишем здесь прятки. Но прятки не простые. Прятки будут золотые. Не буду спойлерить. Так. Нет, бульбазавр еще остался вроде. Мы не можем. Да? Он засранец, он бегает поверху. Так, давайте я залезу на вышку, буду оттуда чекать, где он. Я на спауне, ребят. Ты на спауне. Хорошо, бегу. А я буду лететь на shift, потому что очень долго. Вот кто это у нас стоит? Метрокоп, да? А, он один из нас, а мы его мочим сразу. Он в воде. Тонем, медленно тонем, но уверенно. Почему обзор как у не... ни у кого в доме? Ничего не видно. Как в черном доме. Да, как в черном доме. Хотите? Я вас обманул, я во втором лабиринте. А тут сколько лабиринтов? Два. Один подземный? Да. Так у меня нет ночного зрения, я же если... ничего а не у меня вижу. Есть. Угу. Ладно, угу. Я вышел. Если я сделаю вот так вот. Ага, его не работает. Ты когда-только вселяешься, да? Понял. Так, ну, пацаны, ладно. Реально не могу его найти, что делать? Я очень маленький. Ты в подземном лабиринте, да? Уже нет, я убежал. А, ты вздумал... Я ему не верю. Ты вздумал с нами шутки шутить. Убили. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Ой, пацаны, жопка пригорейшн. Хорошо, берите все сиреноголовых, сейчас сделаем эксперимент. Какой? Сейчас увидите. Я ж не могу подсказку вам... Подсказку даю. Все, давайте вот тут на пятачке все жду вас. Нет! Это бомба, ё-моё. Это не бомбы! Я не верю. Это не бомба, пацаны, не ссыте. Я спрятался под мостиком. Мне кажется, такого еще никто не выживал. Я выживу. Не-не-не-не-не. Ого, ребята, у меня аж подлагивает. У меня не лагает. Не лагает? У меня тоже да. Не лагает. Все еще хорошо.
А вот сейчас. К сожалению, нет. Тоже. Ой-ой-ой, хорошо, что я отлетаю. Вот это радиус взрыва! Просто нереальный! Я за карту аж вылетел. Не лагает. Не лагает? И ты что, живой остался? Да, я живой. Все, вот, хорошо, одна из самых мощных бомб в этой игре. Которая просто взрывная. Не ядерная, не ядерная, чтобы вы понимали. Бомба? Нет. Царь бомба это ядерная. Столько бомб. Ого. Я сгорел заживо в воздухе. Я живой. Вот это жесть. На Новый год так делают обычно. И хитро, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. О, вот это взрыв. Да.